С 15 сентября в Кургане началось подключение отопления на объектах социальной сферы. В этот день тепло стало в 44 детских садах и 3 больницах областного центра. На следующий день батареи стали горячими еще в 7 садиках, 1 гимназии и 2 школах. Важно отметить, подключение в соответствии с постановлением администрации города Кургана производится по заявкам руководителей. Все муниципальные учреждения образования получили паспорта готовности к зиме еще на прошлой неделе. Относительно жилых зданий специалисты департамента ЖКХ и строительства администрации города Кургана поясняют, сейчас продолжается мониторинг среднесуточной температуры воздуха. Решение о начале отопительного сезона будет принято в том случае, если в течение 5 суток подряд суточный показатель не превысит 8 градусов тепла.